В службу поддержки сельского хозяйства Министерства земледелия переданы уже десятки проектов для финансирования из европейских фондов с целью разведения червей, которые, в свою очередь, являются инструментом получения так называемого биогумуса, ценнейшего органического удобрения. Наш корреспондент посетил одно из перспективных предприятий по производству гумуса в Малпилсе и на месте убедился, как создается экологически чистое удобрение. Новый корпус по производству биогумуса находится на территории бывшей свинофермы. Вокруг привычная для латвийского сельского хозяйства картина запустения. Однако есть люди, которые пытаются возродить жизнь на селе, создавая новые отрасли. Одна из них – производство экологически безупречных долголетних стимуляторов роста растений. Гумус – это органическое удобрение, которое богатое различными питательными веществами, необходимыми для растений. Плюс его огромный в том, что все они природные, да, нету никакой химии, никаких минеральных удобрений, да, все идет с природы. То есть чистые органические субстраты перерабатываются червями, да, и в результате, конечно, потом просеивая, да, мы получаем вот такой вот красивый продукт, который полноценно питает различные культуры растений. Основой для производства гумуса могут быть любые органические отходы. В сельском хозяйстве это, как правило, смесь навоза и соломы. И в эту питательную среду запускают дождевых червей. Это или красные калифорнийские, или так называемые дендробена. Главное, должна быть влага, 80%, температура 20-25 градусов, воздух, как для любого живого организма, и субстрат или перегной, которым они питаются. Они вот, обрабатывая, съедая, пропуская через себя перегной, добавляют к нему свои бактерии, свои куминные вещества, которые являются основной ценностью этого всего биогумуса, который необходим для растений, чтобы они могли нормально прорастать. Черви размножаются очень быстро, за год 30-кратно, поэтому организаторы производства гумуса рассчитывают к будущему году выйти на вполне приличный уровень, до 5000 кубометров гумуса, что даст им возможность работать на экспортном рынке, а потребность в этом продукте огромна, в частности в арабских странах. Однако для этого надо приложить немало усилий. Строительство и оборудование первого корпуса уже обошлись в 200 тысяч латов. Кроме того, для конвейерного производства гумуса разработаны специальные экспериментальные столы, приспособленные к местным условиям. Но энтузиасты нового для Латвии дела уверены в успехе. У нас экологически чистая земля, чистые, скажем, отходы все более-менее. Это было бы грех не использовать, чтобы мы могли хоть как-то что-то, свою землю облагородить и на этом и заработать. Так что все кроется только в мышлении, надо пробовать бороться до конца, и все должно получиться. В Латвии действуют уже две ассоциации производителей биогумуса. И как говорил профессор Преображенский, разруха действительно начинается с головы. А по-настоящему предприимчивые люди всегда найдут способ, как выбраться из кризиса. Тем более такой гармоничный природный способ. Природа, которая создана природой, скажем. Поэтому это, ну, такого вида бизнес, он стимулирует, дает вдохновение, чтобы можно было проводить эту работу и заниматься этим делом. Юрий Родин, Спартак, Лукашенко.